Лжечекист получил 4 года лишения свободы условно. 27-летний чебоксарец выдавал себя за сотрудника управления ФСБ по Чувашии. Сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что с мая 2015 по июнь 2016 года Александр Саватеев представлялся сотрудником службы, введя в заблуждение жительницу Мариэл, похитил у нее 2,5 миллиона рублей. Он обещал трудоустроить сына женщины, фактически не являясь сотрудником ФСБ и не имея на это полномочий. В июле сотрудники спецслужбы пресекли деятельность Саватеева. Ленинский районный суд признал его виновным в мошеннических действиях и назначил наказание 4 года условно. Мужчина также должен вернуть потерпевшей все деньги. Приговор в суда в законную силу не вступил.